Друзья, и добро пожаловать ко мне домой. Это мой плейс. Я решил заморочиться и на скорую руку накатал тут такой себе небольшой домик. Здесь мы будем делать сходки и начинать на мои стримы. Здесь будем, короче, с друзьями тусить. Что я тут быстренько сделал? Конечно, себе поставил яхту. Здесь на яхте мы будем тусить, пить коктейльчики молочные и проводить дискотеки. Дальше я всегда мечтал жить в домике на дереве. Я поставил вот такой здоровый дуб и поставил вот такой здоровый домик. Домик на дереве. Давайте забежим наверх, глянем, что там как. Пока мы забегаем, я тут всяких растений, саженцев посадил, чтобы было красиво. Тут тоже деревцо, здесь деревцо, такие какие-то штуки всякие сюда тоже прикрепил. Так, когда мы поднимаемся наверх, тут нас встречает такая вот приблудина. Не знаю, я ее назвал китайская фэншуйская какая-то штука. В общем, она мне очень понравилась. Она, мне кажется, сюда хорошо вписывается в интерьер. Здесь у нас балкончик, два саженца, и я поставил сюда такой вот беленький диванчик, чтобы можно было наслаждаться видом. Так вот сидишь и смотришь вдаль. На океан. Просто прикольно, мне понравилось. Так, тут у нас опять дерево. И вот здесь святая святых. Я здесь вообще вот так вот до сюда было. Это дерево по умолчанию. Я сделал, удлинил балкончик. И на этот балкон поставил свой ком. Здесь я сижу и монтирую видосики. Да, прикольно. И вот здесь какой стольчик небольшой. Какой-то, я не знаю, что-то вазочка там, еще что-то там. Короче, так он здесь пока вписался. Пока я ставил так. Сюда еще какие-то цветков наставил. Пускай глаз радует, как говорится. Так, поднимаемся наверх. Здесь я полку такую воткнул, мне понравилось. Тут всякие какие-то книжки и так далее. Поставил здесь, опять же, люстру наверх. Торшерчик. Здесь я планую на этом столе, куда я поплыву. Видите, здесь карта, короче, телефон там и так далее. Куда я на яхте в следующий раз отправлюсь в путешествие. Здесь выходим, летняя такая терраса у нас. Вкусняшки, я люблю вкусно поесть. И два стола поставил, чтобы можно было здесь перекусить. Смотрите, с утра выходишь, перекусываешь и смотришь, наслаждаешься этим видом здоровенным, офигеть. Мне очень сильно, как бы, вот этот вот, вот именно вот тот балкончик нравится с компом. И вот этот балкончик нравится, два моих любимых места. Проходим дальше. Здесь я особо ничего не делал. Тоже поставил какой-то стол. Здесь можно полазить. Надо будет что-то придумать. Здесь тоже еще поставить. Я здесь еще пока не придумал, как я буду это все обыгрывать. Ладно, давайте заходим. Здесь у нас можно шарики, жвачки покупать. Ну, монетку опускаешь, она хоп, вываливается. И здесь, в принципе, моя спальня. Здесь комп еще один маг мой. Здесь я так работаю, пилю видосы вот на этом компьютере. А здесь так, запасной компьютер просто стоит. Возле, как я только проснулся, что сразу, хоп, почту проверить, как говорится. Принтер есть и так далее. Мона Лиза висит, это оригинал, очень дорого стоил, но я его купил. Шучу, конечно, нет. И картину такую тоже повесил, когда плохая погода, если за окном дождь идет, шторм, я смотрю на эту картину. Ну и здесь моя спальня, здесь я валяюсь и отдыхаю. И светильничек. Тут у меня мобилка лежит, заряжается тоже. Так, давайте, что, побежали дальше. Вот в основном, как бы, мой домик. Кстати, еще прикольно, что вот с этого балкона я сделал так, что можно спрыгнуть. Вот здесь слышишь, вау, и можно сюда, бэнч, приземлиться прямо в воду. Я оттуда обычно тоже прыгаю. Этих штук тоже тут каких-то наприкручивал. Не знаю, это типа какого-то, типа люстры какой-то. Дальше поставил здесь, конечно, welcome, добро пожаловать, наша надпись. Здесь я хотел сделать что-то такого, знаете, как лобби. Костер и вокруг пеньки. Мы будем с подписчиками собираться и сидеть на этих пеньках и что-нибудь рассказывать. Какие-нибудь будем байки травить. Мне кажется, будет прикольно. Здесь надо будет тоже еще что-то обыграть. Здесь просто у нас спаун. Все появляются на карте вот отсюда. Тут качели у нас такая миленькая. Можно посидеть, пообщаться, на качели покачаться. Здесь выпить чашечку чаю либо кофе. И вот такая тоже какая-то прикольная, не знаю, клумба. Такую клумбу сделал. Потом еще в планах у меня вот здесь сделать большой дом для гостей. Я тут еще ничего особо не оборудовал. Тут как бы так пусто. Тут пока пусто-пусто. Тут будет у нас домик для гостей. Здесь вот тоже спальненька такая есть. Если кто-то ко мне придет в гости, захочет остаться ночевать, пускай здесь стоят. И здесь я тоже планирую сделать типа такого особнячка. Тоже домик будет для гостей. Тут тоже есть спальня, можно переночевать и так далее. Но я пока тут особо, если честно, не заморачивался. И еще что у нас там есть? Еще я воткнул сюда джакузи. Поставил сюда двух этих китаянок, они, короче, наблюдают, чтобы все было в порядке. Здесь можно нажимать, включать пузырики там и так далее, регулировать эту джакузи.
Кстати, может быть, бассейн мне сюда поставить. Я, наверное, здесь потом организую какой-то здоровый бассейн. Надо будет подумать. И вот здесь у нас place. Это чисто покушать. Сюда можно будет забежать, тоже посидеть возле камина, поговорить, пообщаться, заказать что-нибудь покушать. Это типа у нас, ну, я сделал типа такой, как бы кафешки хотел сделать. Кафешка, личная кафешка, чтобы была. Здесь у нас Новый год, Рождество, елка у меня каждый день стоит. Я ее никогда не убираю. Ну и на задний план для вида я там так навтыкал. Он кораблик раз, кораблик два, там это боевой корабль, это здоровый фрегат. Кто, если захочет, может до сюда и долететь. Также тут может еще тоже и побегать. Кстати, я на яхте тоже же плавать можно. Ну вот, вкратце как-то вот так. Я еще хочу, конечно, тут все доработать, более-менее все до ума довести. А, вот я еще, кстати, тут за борт, за окошки поставил вот такие прикольные растения. Типа цветочные. Цветочки, короче, в горшочках посадил на подоконник. Вот, в принципе, то, что у меня получилось. Я за пару часиков это сварганил. Но нужно, конечно, доводить еще до ума, чтобы было тут более-менее все как-то красивенько и уютненько. Ну, самое главное, мне больше всего нравится вот этот мой, где компьютер, где я видосы пилю, балкончик с едой и постелька. Это самое главное. А все остальное это мишура. Хорошо выспаться, хорошо покушать и хорошо поработать. Что еще нужно компании? Конечно, ничего. Все самое основное это оно и есть. Ну все, друзья, пишите в комментариях, как думаете, что еще стоит сюда прикрутить, приделать. Что вот на этом месте, я думаю, может быть здесь сделать какой-нибудь типа вроде бассейна. Что-нибудь типа того. Ну и, конечно, домик для гостей надо будет там.